Доброго дня, вітаю всіх на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». Як завжди, по середах ми запрошуємо до нашої студії фахівців, які надають кваліфіковані відповіді на запитання, пов'язані із юридичною допомогою, правовими консультаціями тощо. Тому стежте за нашими ефірами саме по середах, якщо для вас ці теми актуальні. А сьогодні ми поговоримо про надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаєві і, зокрема, порушимо тему аліментів. І на всі ці запитання дадуть відповіді наші гості. У нас в студії пан Валентин Балабан, адвокат. Доброго дня. Доброго. І пані Дар'я Овчинникова, інтегратор 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго дня, пані Дар'я. Рада вітати вас у нашій студії. Дякую. І на початку давайте дамо визначення, що таке безоплатна вторинна правова допомога, чим вона відрізняється від первинної і хто ж має право на отримання безоплатної допомоги. Ну, ізначально всім уже відомо, наверное, давно о том, що система безоплатної правової допомоги включає в себе первичную правовую помощь и вторичную правовую помощь. Непосредственно второй Николаевский местный центр предоставляет безоплатную вторичную правовую помощь. Предоставляется она путем предоставления безоплатного адвоката. Услуги адвоката предоставляются, как бы, скажем так, оплачивает государство за счет государственного бюджета. Ко всему прочему, это составление процессуальных документов и представительство интересов клиента непосредственно в судебных инстанциях, ну и в других органах и учреждениях, скажем так. Предоставляется эта правовая помощь незащищенным слоям населения, скажем так, объединенно, да, а конкретно это малообеспеченные лица, доход с которых составляет совокупный доход. Составляет меньше 1330 гривен, то бишь это минимальный прожиточный минимум. Вот. Это инвалиды, тоже доход которых составляет не больше 2100 с небольшим гривен. Вот. Это два прожиточных минимума, скажем так. Вот. Это лица, которые претендуют на получение статуса беженца до получения такого статуса. Это ветераны войны, это участники боевых действий, в том числе как бы, участники АТО, но по вопросам социального обеспечения, скажем так. Вот. Это дети, которые лишены родительской опеки, это дети, лишенные, которые попадают в трудные жизненные обстоятельства, скажем так, тоже их так называют. Вот. Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Вот. Лица, в отношении которых суд рассматривает вопрос о лишении дееспособности. Вот. Ну и другие категории лиц, которые, ну, это уже касается рамок уголовного административного производства. Скажите, пожалуйста, який порядок звернення у центр надання безоплатної вторинної правової допомоги? Порядок обращения. Человек, клиент, да, у которого есть вопрос, да, который касается непосредственно, да, нашей юрисдикции, обращается в центр с документами, которые подтверждают его статус, непосредственно который предусмотрен действующим законодательством. Ну, в первую очередь, это, конечно же, документ, который удостоверяет личность человека, это паспорт или документ, который его заменяет, это идентификационный код, да, вот, ну и, соответственно, как бы документ, который подтверждает статус человека, то есть, если это малообеспеченный, да, то есть он предоставляет при этом справку о доходах, которая подтверждает действительно тот факт, что человек малообеспечен. Эту довідку треба брати спеціально, ви не можете робити запити для того, щоб пересвідчитися. На сьогоднішній день нет, к сожалению, нет, то есть, да, как бы процедура немножко на сьогоднішній день, вот это, да, она немножко бюрократизирована, но мы стремимся, как бы, на сегодняшний день, вы знаете, как бы, реформы, вот, и будут изменения в законодательстве, возможно, мы ждем, возможно, что-то поменяется, но на сегодняшний день. И, звернувшись до вас, із цим переліком документів, можна безпосередньо отримати консультацію, і вже подальше буде вирішуватись доля того. Ну, конечно, соответственно, позову. Да, но в любом случае, бывает, знаете, как бы, случаются моменты, когда человек обращается в центр с намерением получить адвоката, но в итоге выясняется, что адвокат ему абсолютно не нужен. Поэтому, как бы, это касается непосредственно как бы первичной правовой помощи. Человек получает консультацию, либо у нас в центре, либо мы направляем человека на консультацию куда-то непосредственно, куда, да, вот адвокаты пробона с нами работают тоже, да, вот. Если же человеку действительно необходим адвокат, в течение 10 дней центром принимается решение на основании тех документов, которые предоставляются человеком, имеет ли человек право на получение такой помощи. Вот. Принимается решение, и назначается адвокат, и адвокат работает с клиентом уже непосредственно, вот, друг з другом. Давайте нагадаємо ще адресу та номери телефонів, за якими можна звернутися і отримати консультацію щодо правової допомоги. Значить, наш второй центр знаходиться на Космонавтов 61, це пересечення з вулиці 12-я Продольна. Вот. Ми працюємо з 8 до 5 кожен день, крім вихідних.
Вот, пожалуйста, обращайтесь. Номер телефона 44-54-61. Є також гаряча лінія, теж час від часу ми її будемо демонструвати вам, шановні глядачі, для того, щоб ви могли собі занотувати цей номер і в разі потреби ним скористатися. І також хочу нагадати вам, ми працюємо у прямому ефірі, номер нашого телефону в студії 76-92-42. Будь ласка, ви можете зателефонувати і поставити своє питання. А ми переходимо до вузької теми, яку на сьогодні хотілося б висвітлити, це призначення аліментів. Тому що, наскільки я знаю, виправте мене, якщо я помиляюся, з цією проблемою часто звертаються громадяни до центрів надання правової допомоги і просять вирішити саме це питання. Дійсно, дійсно, це так. От, що основна маса людей приходить в центр и подает заявление об оказании помощи центрам, то есть адвокату, который обслуживает центры, для того, чтобы был разрешен вопрос по обеспечению защиты интересов. В основном это касается несовершеннолетних, малолетних детей. В связи с социальными условиями мы знаем, что семьи часто распадаются, или в тех условиях, когда есть утеря кормильцев, или в тех условиях, когда лица, которые он занимается содержанием и воспитанием малолетних и несовершеннолетних детей, они достигают определенного возраста, пенсионного, или какими-то условиями, связанными с тем, что они теряют место работы и нет социальных условий, то, соответственно, статья 51 Конституции Украины, она гарантирует в том плане, государство у нас приняло решение по такому понятию, как алименты, что это есть социальные условия, которые должны быть обеспечить подрастающему поколению. Кроме того, тут предусмотрено и другое, что так же самое, будем говорить, дети несут ответственность за своих родителей. В том случае, что если родители также попадают в такие критические условия, где необходима материальная им и социальная помощь, вот, то они вправе аналогично обратиться в суд і для рішення вопросов для обеспечения їх матеріально. Тобто можуть бути призначені аліменти, щоб повнолітні діти утримували своїх батьків. Да. От, щоб вони могли також утримувати. І не кидали їх на призволя, не бросали їх на призволяще. Угу. В даній ситуації. В основному проблеми виникають, пройшло змінення в законодавстві. Якщо по старому законодавству аліменти були виплачувались, і суди в аналогічно призначали алімент, коли вирішався вопрос о взисканні із ответчика аліментів, то в основному це було 1/4, то есть 25-я часть от всіх доходів, які гражданин отримав. Но пройшли змінення в законодательстве. В настоящее время суд персонально на сьогоднішній день, розглядає поданное исковое заявление, определяет размер алиментов от мнимой зарплаты, так называемых, от мнимых доходах граждан и от доходов, которые являются, по которым есть большая амплитуда. Сейчас я дам понятие, что такое мнимые доходы. Это возьмем в том случае, что в сегодняшних условиях, будем говорить, трудовых, человек устроился, и он работает на постоянном месте работы, но предприятие имеет или задолженность, или не получает прибыль. И то есть человек, у него заработная плата, бывает определенные месяцы, он не получает заработную плату. То когда в том случае, если истец подал исковое заявление, то он должен, соответственно, представить документы, которые или через суд истребовать эти документы, какая заработная плата, это минливо называемая, вот, или это более зарплата, где существует большая амплитуда. Что такое большая амплитуда? Это предприятие, которое работает, имеет стабильность. Ну, если брать у нас Николаев, возьмем его «Заря», если мы возьмем другие предприятия, которые мощные, они имеют определенное равновесие. Но в связи с, как говорится, менеджером бизнеса, которые, соответственно, дают большую прибыль предприятия, то, соответственно, заработная плата ответчика, который работает, она возрастает и может возрастать, будем говорить, в геометрической прогрессии. Вот, то для определения суд определяет, какую заработную плату необходимо высчитать. Вот берется, когда суд рассматривает, говорить, исковое заявление о взыскании алиментов, рассматривается такой вопрос.
Вот, например, средняя заработная плата по Николаевской области составляет там 3700 с чем-то рублей. Вот. Ответчик, который получает заработную плату в среднем, у него, будем говорить, является там 12 тысяч или 15 тысяч, то суд уже определяет, исходя из этого, может взыскать. То есть вся амплитуда берется за основу для разработки. Да, берется вот эта амплитуда. Вот. Существует уже наработанная практика в Верховном суде в этом плане. Вот тоже есть. Что касается большой амплитуды, то також, также существует обстоятельства, где определяется эта форма получения, будем говорить, алиментов. Она доходит до 5000. Угу. Может состоять выше, потому что человек... На одну дитину чи в сукупній сумі? Може, в сукупній сумі, може бути і в сукупній сумі. Угу. Говорится, если это двое человек, угу, ну, соответственно, размер аліментів буде увеличиваться. Угу. Тому що ми ж розуміємо, що витрати на отримання однієї дитини, чи двох, і трьох, суттєво відрізняються. Действительно, це так. Что для того, чтобы удерживать одного ребенка и другого. Mm-hmm. Существуют и договорные отношения между ответчиком и истцом. Потому что есть уже, как говорится, практика, потому что человек-ответчик не потому, что он не скрывается от уплаты алиментов или не желает платить алименты на содержание, будем говорить, своих же детей или своих же родителей в этом плане, то он и с истцом договаривается, что я могу при своей форме, то есть в большой амплитуде, я могу оплачивать спокойно 7 тысяч гривен в месяц на содержание, будем говорить, одного ребенка, или 10 тысяч на содержание двоих. И сторона, истец, он соглашается и с такими условиями, и суд, соответственно, выносит решение о взыскании таких видов элементов. В процессе сторона, ответчик, он может подать, в зависимости от изменения формы заработной платы ответчика, он может, как говорится, подать дополнительное исковое заявление об увеличении. Как говорится, этих размеров взыскания для содержания. Тобто рішення, яке було ухвалено, воно не обов'язково є остаточним. Можна пізніше звернутися для того, щоб розмір аліментів було переглянуто. Переглянуто. Дійсно, возможность это гарантирует, как говорится, Конституция и Кодекс закону о браке и семье у нас это гарантирует обеспечение в этом направлении. Вот, то есть людям, вернее, гражданам, которые подали исковое заявление для того, чтобы возместить, вернее, взыскать ущерб из алиментщика. Вот, если встречаемся мы и в договорных понятиях, и в договорных в том, что где ответчик, вот, иногда не доходит до суда, потому что ответчик добровольно, как говорится, заключается, как говорится, мировая угода, угу, и они оплачивают. Яким чином така мирова угода може бути зафіксована? Тому що сьогодні домовленість актуальна? Через суд. Це розрішено тільки в судовому порядку. Uh-huh. В судовому порядку. Для того, щоб отримати, вернее, для того, щоб зафіксувати мирову угоду. Тільки в судовому порядку. Вот. Существують ті і скриті, так називаємо, які не попадають в юрисдикцію і в амплітуду знания того, что возмещается материальный ущерб. Многие определенный процент действительно так у нас в Украине живут в обеспечении. Что же касается в тех случаях, что есть решение суда о взыскании алиментов, а ответчик выехал за границу и работает, хорошо, если он работает, будем говорить, нелегалом. Вот, вернее, нехорошо, если он работает в Польше, или в Венгрии, или в Югославии, я извиняюсь, в Хорватии, или в Португалии, в любых странах Европы, он работает нелегало. То есть с ним контакта имеет только определенный контакт, а то и вообще не имеет контакт. Вот, а фактически семья остается без помощи ответчика. Ну, так, то прибутки да, невідомі, податки він не сплачує в Україні. Він не сплачує, його нет. То в даному случае, соответственно, ответчики, то истцы, которые заявили ответ, они обращаются, и государство пошло навстречу, в этом есть постановление Кабинета министров, которое обеспечивает таких граждан об уплате помощи, социально-материальной помощи этим семьям в связи с тем, что алименщик укрылся или скрывается. Каким чином відбувається компенсация сбоку компенсация державы? Компенсация это происходит в том случае, что гражданин обязан обратиться
в отдел социального обеспечения по поводу оплаты алиментов детям и представить соответствующую документацию, там есть перечень целый, для того, чтобы, как говорится, перечень документов, которые необходимы для того, чтобы получал максимальную или минимальную оплату на пенсионного, вернее, алиментного обеспечения, социального обеспечения государства в этом плане. Вот. Конечно, для более детальной консультации мог бы дать квалифицированный специалист из отдела социального обеспечения, потому что постановление Кабинета министров там определило и минимальный, и средний, и максимальный. Это зависит от того размера алиментов, какие были вызначены судом. При взыскании, будем говорить, алиментов, учитываются те обстоятельства, потому что, например, ответчик, у него действительно средняя заработная плата составляет 1500 гривен. Вот. И он больше не может по своим физическим возможностям, не только по своим физическим возможностям, но и по социальным условиям, там, где он зарабатывает. То, соответственно, в данной ситуации размер его, соответственно, алиментов, он же не входит в систему обеспечения, то, чтобы защитить права его же тех детей, то в даному случае так же само сім'ї обращається в відділ соціального забезпечення. Тобто у випадку, якщо відповідач не має прибутків, які... Не має можливості, не має можливості. Для виплати алементів, то теж можна звернутися до органів соціального. Необхідно в соціального забезпечення для оказання допомоги, начислення то ли соціальне, то ли забезпечення. Некоторі существують і негативне состояние, негативне у нас... моменты в том случае, что ответчики иногда для того, чтобы уйти от ответственности, они чисто формально выплачивают алименты. Вот им суд установил, будем говорить, по их минимальному доходу какому-то определенную форму в размере там, 1000 гривен или 500 гривен для выплаты алиментов. Для того, чтобы уйти от ответственности, ответчики иногда выплачивают, создают условия видимости и выплачивают, говорит, по 100 гривен, по 200 рублей перечисляют, и не показывают вот это. Соответственно, исполнительная служба начисляет, начисляет долг в связи с оплатой этой семье. Но семье не легче вот это. И в таком выпадку звернутися до соціального надо обращаться опять в отдел социальной защиты, а потом же, как говорится, исполнительная служба в порядке регресса в связи с тем, что алименщик не оплачивал, потому что используется то государственный, за государственный бюджет это деньги, то вправе впоследствии ставить вопрос о взыскании. Я дякую вам. Хочу нагадати ще раз номер нашого телефону 76-92-42. Ми у прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання. Пане Валентине, щодо розмірів аліментів, про які ми говоримо, чи встановлено законом, чи передбачено мінімальний розмір аліментів на утримання однієї дитини? Мінімальний розмір аліментів встановлений тільки в соответствии с постановлением Кабинета министров, который выплачивает отдел социального обеспечения. Суды устанавливают, как говорится, при рассмотрении искового заявления и возможности устанавливают размер пенсии, который, я извиняюсь, размер алиментов, размер устанавливает алиментов, который должен обеспечить, будем говорить, малолетнего или несовершеннолетнего ребенка в соответствии, подходя к средней заработной плате. А как же быть с минимальным, с прожитковым минимумом? Потому что, если будет призначено, припустимо, алименты 500 гривен, мы понимаем, что за сегодняшних умов нереально утримувати дитину на такие кошти. Чи регулюється якимось чином цей момент? Тут в судебном порядке это не регулируется. То есть регулируется, оно его возможно регулировать, что истец может подать исковое заявление об увеличении размера алиментов. Но суд определяет, потому что сторона, ответчик, который находится, он тоже не потому, что он уклоняется, а потому что физически и социально он не может обеспечить больше. Но разницу можно оформить, выплату разницы в органах социального обеспечения. Через отдел социального обеспечения. Наступный момент. Мы все понимаем, что судовий розгляд питання про призначення аліменти може тривати певний час. Іноді
одна зі сторін може свідомо затягувати цей процес, іноді ну, просто з якихось причин збір документів, тощо викликає таку затримку. Як бути, з якого моменту наступає виплата аліментів, тому що ми розуміємо, з моменту, коли сім'я розпалася, і до моменту виплати аліментів фактично може пройти тривалий час. Дійсно, бувають такі случаї, що ответчик питається любими путями затягнути розглядання гражданського процесу. Є таке, але все одно на сьогоднішній день в соответствии із практикою, встановленою судебного вищеспеціалізованого суду нашого, то, соответственно, в этот вопрос разрешается быстро. Судьи настроены на те обстоятельства, чтобы этот вопрос был как можно быстрее разрешен. С момента подачи заявления начинается срок, как бы не затягивал ответчик вопрос. Навіть якщо судовий розгляд триватиме декілька місяців, виплати будуть з моменту подання позову. І наступний момент теж такий, скажімо, організаційний. Чи можливе оскарження однієї з сторін судового рішення по призначенню аліментів? В соответствии з діючим законодательством і Гражданского процессуального кодекса України, всі сторони, які участвують в судебному розбирательстві, вони вправі обжалувати рішення суда першої інстанції. Скільки часу дається на оскарження? На оскарження там дуже короткий час, до 2 тижнів, саме більше. Дякую за відповідь. Маємо запитання від глядачів. Алло, доброго дня. Алло, добрий день, студія. Доброго дня, слухаємо. Квентин Павлович, племінниця офіційно виходила замуж, звісно, він бросив і дитину, і її, уїхав в Росію на заробітки, домой приїжджати в Доманьовку. Мать их деньги высылает, а на алименты она подала, но он не выплачивает их. Как ей правильно поступить? Он из России сюда приезжает, катается туда и обратно, но ни миграционная служба, ни исполнительная, никто ничего не делает. Что делать? В этом случае вам необходимо подать документы, заявление и обратиться в отдел социального обеспечения. Вот в этом случае алиментщик уклоняется от уплаты алиментов. В соответствии с постановлением Кабинета министров выделяются денежные средства на оказание помощи семьям тем алиментщикам, которые уклоняются от уплаты алиментов. Незалежно від прибутку матері в даному независимости от прибыли матери. Вот, те, которые семья получает, которые она не, потому что в судебном решении, которое суд рассмотрел, он четко уже установил размер алиментов, которые должны взыскивать гражданина, который уехал в Российскую Федерацию или уехал за рубеж в любое иностранное государство. И, как говорится, кому бы он помощь там не оказывал, а раз он не желает оплачивать алименты своему ребенку, оскільки Это есть уклонение его, уклонение от, обеспечения. Он несет не только гражданско-правовые обязанности, но еще его можно привлекать к уголовной ответственности. К уголовной ответственности в данной ситуации, потому что он уклоняется. В Уголовном кодексе предусмотрена статья 164 Криминального кодекса Украины о привлечении к уголовной ответственности лиц таких. Угу. Поэтому не только можно тут обращаться в отдел социального обеспечения, но подавать заявление в полицию по месту жительства, вот, о возбуждении уголовного дела в отношении лица, пусть они объявляют его в розыск, вот, и, соответственно, Интерпол займется поиском данного. Я не думаю, что иностранные государства в этом случае будут церемониться с видом таким, потому что существует ряд конвенций, где государство Украина эти конвенции подписало. Есть ряд международных договоров, где государство Украина подписало и с странами Европы, и Азии, и в том числе и Соединенных Штатов, вот, на обеспечение каких-то видов, в том числе, тем более это касается то, что обеспечение алиментов содержания своего ребенка, в данном случае все государства идут в положительном плане, потому что это социальное явление не только государства Украины, а, как говорится, это есть социальные эти проблемы, существуют и в других государствах. Ну, и я так розумію, оскільки одна зі сторін знає про місце перебування іншої, це може спростити справу. Спростити справу, да.
Я дякую вам за відповіді. Наша програма закінчується зазвичай дуже швидко, не завжди ми встигаємо висвітлити всі запитання, але сподіваюся, що ми продовжимо цю тему у наступних випусках нашої програми. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми говорили про надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Миколаєві і, зокрема, порушили таку тему, як призначення і виплата аліментів. Завжди по середах ми говоримо на теми, які допомагають надати правову допомогу, тому стежте за нашими ефірами і залишайтесь надалі з телеканалу Миколаїв. На все добре.